И если Ирану это нужно, почему мы должны, в принципе, от этого отказываться? Какие бы там политические подоплеки в этом мероприятии не были. Нам главное, чтобы мы что-то делали, за что-то получали деньги. It's a historical and scientific fact that it's possible to use energetic plutonium from to produce workable nuclear device. Of course, it will be not such a compact. It will be not such a poor, maybe not such a safety. Я считаю, если Иран задался целью создать атомную бомбу или там ядерное оружие, то и без наших специалистов они создадут. Сейчас это не прерогатива только России или только Соединенных Штатов. Передача и строительство реакторов СВР-1000 в Иране передаст не больше опасной для мира технологии, чем передача США и Южной Кореи легководных реакторов для строительства в Северной Корее.